Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с того, что нам нужно забрать ребят, которые у меня сидят на тренировках. Да ладно, неужели все? А нет, не все. Ну ладушки, пока и так сгодится. Ну а мы с вами переходим, наверное, в армию. И забираем... Ух, ё-моё. Смотрите, ребята, у нас с вами... Кто это? А, это же эльф. Эльф! Маленький чувачок получает у нас третью звезду. В принципе, это неплохо. Это очень даже хорошо. Чем больше у нас звездности у героев, тем они лучше и круче становятся. Так, что у нас за нежить? Ох, елки ты палки. Неужели у меня некро получает четвертую звезду? А вот это уже хорошо. Правда, я в последнее время ей не особо играю, но... Четыре звезды — это круто для нее. Смотрите, у нас тут еще... Ага, БФГшка. Этого паренька я помню, но он всего вторую звезду получает, так что пока слабоват. Будет у нас дальше развиваться. И что-то здесь у нас открылось. Ах, ну здесь у нас база. Ясно, это храм цветущей вишни, получает третью звезду. Кстати, ни разу не играл вот этим храмом, даже не знаю, что он делает. И получается, что пока все, да, больше ничего не можем мы с вами сделать. Ну да не беда, у нас еще столько заданий всяких. Например, мы можем сегодня поиграть в испытание. Специально не стал проходить. Подумал, а вдруг вам будет интересно. Да мне в принципе самому интересно. Так, значит, у нас здесь пятизвездочный зомби. Голем четырехзвездочный. Угу. Банши пятизвездочная. И служитель тьмы четыре звезды. Выбрать свой отряд. Кого? Ах ты, елки ты палки. Ребят, я думал, что они мне... предоставят возможность выбрать любого бойца на свой вкус, но нет. Здесь только лишь ограничения. Хорошо, давайте попробуем с вами. Блин, ну там же очень жестко будет. Хорошо, я тоже возьму банши. А вот тут я сижу и думаю, кого мне лучше взять, мечника или зомби-камикадзе. Уху-ху, подождите, дайте-ка я еще гляну, кто здесь. Так, зомби, голем, банши, служи... Блин, я вам скажу, что это будет очень и очень плохо. Я не знаю, ребят, мне дали очень маленький выбор. Сами прекрасно видите, да? Три юнита. Слушайте, а может быть нам взять лучницу, а? Давайте попробуем вот так вот. Вот такой каточкой поиграть. Ну, вражина, конечно, да. Смотрите сами, голем. Это танкуля. Если будет служитель тьмы его хилить, мы его не пробьем, но попытаемся. Ладно, была не была. Собрались, как говорится, с силенками и поехали. Будет жестко. Тут уж точно. Так, ну что, копим для начала ману. Вот, конечно, молотильщик, мне кажется, здесь вообще не актуален. Блин. Вот так вот, не было печали. Сейчас начнется, ребятушки. Сейчас начнется тут, блин. Даже не оглушили. Ой-ой-ой-ой-ой, какой маленький у нас, ребята, дамаг-то тут выходит. Блин. Как быть-то? Ай-яй-яй, сейчас будут, наверное, тут... Ну, так, ладно, хорошо. Голем, иди отсюда. Ты меня нервируешь. Блин, жесть какая-то, черт подери. Ай, ну, успеете или нет? Нет, они не смогут, ребят, не смогут. А, вот, вот это хорошо, что мы оглушили. Так, давай-давай-давай, пробиваем, ребятушки. Так, отлично. Мы можем с вами, кстати, здесь вырулить только за счет лучников. Потому что у них нету юнитов с дальней атакой. Но зато смотрите, что делает скилл базовский, а. Просто уничтожает. Да иди ты в пень. Будет тут мне еще мешаться. Давай, отлично. Слушайте, отлично сработал у нас молотильщик при смерти. Но это мало что пока нам дает. Преимущества абсолютно никакого. Да чтоб тебе, да вы... Да давайте бомбите вы уже этого голема-то. Ё-моё, ну ё-парасете. Ну, банши... Да и служитель тьмы вышел. Ну, расстреляйте вы его. Нет, ребята, слишком охрененный скилл у базы. Ничего, наверное, у нас здесь не получится. Блин. Попробуем вот так вот сделать. Все, сейчас будет хилять. Нет, ребятушки, мы, по-моему, здесь с вами, к сожалению, слились. И слились только из-за того, что служитель тьмы появился. Сейчас нас просто здесь раздавят. Как бы я не хотел бы выиграть, но, к сожалению, ничегошеньки у нас не получится. Сейчас он еще будет плодить зомбарей своих же. И все, и нас разбомбили. Охренеть, да? Жесткий скилл, тут ничего не могу сказать. Стоило вот проморгать. Кстати, давайте попробуем тогда сделать немножко другой отряд.
В принципе, я согласен, что лучница здесь хорошо рулит. Мы можем с вами взять камикадзе, но я, наверное, все-таки предпочту взять молотильщика. Ой, молотильщика, щитобойца, лучницу. И, наверное, я все-таки возьму мечника. Не знаю для чего. Можно было бы, конечно, взять хилбота, но хилбот у меня не прокачанный. А вот если бы был бы, то... Давайте попробуем вот такой каточкой. Опять же, вероятность шанса, что мы с вами выиграем, равна, наверное, 25%. Ну, единственное, что у нас будут танки. У нас два танка. У нас будет щит, у нас будет с вами мечник. И все это дело будет прикрывать лучница. Ну, по крайней мере, я вот на такую стратегию рассчитываю. А уж как оно пойдет, я не знаю, честно скажу. И банши, конечно, вот это вот здесь совсем не в тему. Она сейчас будет, как всегда, глушить. Причем жестко. Слушайте, что-то у нас плохо идет без молотильщика разборка. Мы тогда так же сделаем. Посмотри, какой скилл у базы. Посмотри, просто уничтожает. Ну, лучница хана. Нет, выдержала. Блин, ну никто не устоит против вот, конечно, этой решетки базовской. Ладно, мы плодим, плодим пока армию свою. Тут, ага, жнец тьмы. Давай, 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 раскумариваем, раскумариваем их, ребятушки. Есть, отлично. Так, уничтожаем служителя. Служителя тьмы убили. Давай вот так вот. Опс, мы обменялись, грубо говоря. Но все равно наши бойцы сейчас погибнут в этой клетке. Слушай, нет, выстояли. Мы как-то умудрились выстоять. Маленько, конечно, здоровья у них осталось. Но все-таки мы продержались. Ладно, лучники мои бомбят. Слушай, есть шанс, небольшой, но есть. Так, служитель тьмы, пошел ты в задницу. Что ты здесь делаешь вообще? Я... Блин, ну этот голем, вот. Давай, 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 расстреливаем, ребятули, расстреливаем. Не успеваем, да, по-моему? Или успеваем? Ну-ка. Вот так вот, отличненько. Слушайте, ребятули, смотрите, есть неплохой шанс. Опять вышел голем, конечно, он нас очень сильно отвлекает. Потому что весь... Как говорится, огневой потенциал нашей армии идет именно в юнитов, а не в базу. А вот теперь уже мы бомбим базу, ребята. Вот теперь уже все идет как надо. Ну, да там последние приготовления остались. Ну что вы... Ну бомбаните, да ёпрасы ты. А он как назло, смотрите, юнитов спамит. Есть! Ха-ха-ха! Слушайте, вот это круто было. Вот это я понимаю, игра. Блин, я, грубо говоря, вырвал победу прям... Из его... Этих, из его пасти. Так, 22 служителя тьмы мы с вами зарабатываем. Слушайте, ну это неплохо. Ух, так, сейчас, ребята, переведу дух и, наверное, мы еще с вами одну карточку должны будем зарулить. Опять же, согласитесь, что лучники здесь очень хорошо нам помогли. Если бы не было бы вот такой вот у нас защиты в виде вот мечника, того же самого щитобойца, мы вряд ли бы что с вами сделали. Потому что лучники в ближнем бою, да и в дальнем, они ватные. Они умирают практически с одного удара. Но за счет вот этой вот катки, то что он бросает, база вражеская бросает скилл, да, она станет моих, ну видели, да, мечника и щитобойца. Но лучник-то стоит позади, поэтому он... Как говорится, в нейтральной зоне может спокойно дальше продолжать, как говорится, защищать свои позиции. В принципе, очень круто сейчас было, очень хорошо. Мне понравилось, и будем надеяться, что вторая карточка у нас также замечательно пройдет. Фух, ну, естественно, естественно, выходит голем. Это так и должно быть. Так, мы можем, в принципе... Нет, давайте мечника вызовем. Так, там я слышу, да, вышла банши. Вот хорошо, что когда лучница моя еще и поджигает врага, очень великолепно, потому что это дополнительный урон. А вот то, что банши может застанить. И нельзя, ребята, вот кучковать. Вот про это я и хотел сказать только что. Не надо кучковать нашу армию. Потому что вот за счет скилла базовского они все попадают в ловушку. Но мы также будем мстить, вот. Так, 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 не-не-не-не-не-не-не. Давайте, давайте, давайте пробили. Есть, пробили, молодцы. Красавцы. Блин, а служитель тьмы-то живой. Живёхонек он. Смотрите, что он там. Вот, все, он сдох. Отлично. Так, минус банши. Так, сейчас будем голем разбирать. Там еще зомби втихаря, да? Да-да, втихаря бомбит. А как он так, ребят? Вы посмотрите, у меня еще скилл на откате по базе, да? А он уже второй раз применяет. Я считаю, что это несправедливо и нечестно. Ну ладно, мы простим ему это за то, что если мы разбомбим ему базу. Эй, не-не-не-не-не. Смотрите, служитель тьмы под големом стоит. Ё-просоте, это плохо может для нас кончиться.
очень плохо, если он сейчас опять бомбанет свой скилл. А он бомбанет его, стопудово говорю, он бомбанет. Ой, что-то зомбарей тут расплодилось. Вот, ну ладно, в принципе, сейчас пока повезло нам. Вот только не знаю, надолго ли. Почему самое хреновое, ребят, что у нас лучники отходить не могут. В отличие от боссов. Было бы вообще замечательно. Да что ж такое, что ж там все горит, шкварчит. Давай вот так вот сделаем. Есть! Есть, отлично получилось. Может быть еще, ребята, мы с вами... Нет, не сможем, ребят, время, 7 секунд, 4, 3, 2, 1 и все. И мы с вами проигрываем, к сожалению. Блин, только лишь по времени. Черт, ну так хорошо шло. Так вот, вот мы, как говорится, стояли на этой позиции и не про... ну, его не пропускали дальше. Ну и сами, в принципе, не продвигались. Жаль, конечно. Все, ребят, больше попыток у меня нету. Это я вам показал наглядно, как я периодически играю в эти вот события, испытания за кадром. Да, не все гладко проходит. Ну, сами здесь видели, все-таки противник был намного коварнее меня. У него все-таки 4 юнита было, а у меня всего лишь 3 на выбор. Так что, ну что, теперь, наверное, мы с вами пойдем, сходим на арену, да? Я почитал ваши комментарии, в принципе, понял, чего вы от меня хотите и как хотите, чтобы я играл. Давайте попробуем, что у нас из этого получится. Любимая моя каточка — это вот это, но... Но у нас здесь очень сильный враг, мы как видим, да? Очень сильный враг. Слушайте, может быть, мы можем кого-нибудь другого найти? Давайте заплатим 100 голды, может быть, нам полегче что-нибудь такое дадут. Ёпрасоты. Ого, ого. Хотя, знаете что, 73 уровень, несмотря на то, что... У него дедушка пятизвездочный 73 уровня. Я думаю, что мы все-таки здесь сможем зарулить. Единственное, меня здесь смущает, это Джиггернаут. Но он всего 3 звезд. Блин. Да и прыгун. Ладно, давайте другого возьмем. 200 голды на этот раз мы отдаем с вами. И нам дают... Слушайте, а вот здесь, по-моему, можно хорошо поиграть. Очень даже хорошо, несмотря на то, что здесь защитник 74 уровня. И мы играем с какими-то индусами, наверное. Поехали. Будем, как говорится, разбираться с этими ребятами. Не будем пасовать. У меня здесь, конечно, мечник здесь не в тему. Вот сразу вам скажу, в этой каточке... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты куда? Молотильщик, ты куда пошел? Ну! С удара. Молодец, Сёгун. Умница, красава. Сработал на все 100%. Он, кстати, очень хорошо дамажит. Особенно дамажит он хорошо по базе, поверьте мне. Так, кто там вышел-то? Не-не-не, парень, ты здесь нам не нужен. Так. Слушайте, есть шанс. Очень даже неплохой уже. Слушайте, мне, знаете, что немножко смущает? Блин, ну он начал применять... А, у нас отражение поставилось там. Хорошо, ладно. Блин, ну Сёгун, ну почему ты без... Вышел, блин, просто так, без всего. Ай-яй-яй. Что-то как-то не задается у нас, по-моему, ребята. Или все нормально? Не, пока нормуль. Сёга, ну, да почему ж ты без выхода-то идешь, блин? Ярость не включается, ребят. Ой-ой-ой. Ничего себе тут прессинг. Так, ладно, молотильщика снесли. Стражник, да, стражник, конечно, здесь очень сильный. Блин, он супер удар применил. Да чтоб тебя. Не, ребят, не получается у меня. Я хотел ведьму призвать. Но, как видите, ну ничего не получается у меня. Не знаю, не знаю. Эть. Но, смотри-ка, а если вот так вот? Слушай, а вдруг прокатит? Хотя почему-то я сомневаюсь. А все-таки, мало ли, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да убейте вы этого паладина-то. Все, паладин сдох. А что нам это дает? Да ничего. Опять суперудар, короче, ребят, и... Не срабатывает у нас почему-то отражение на маге-войне. Не хочет нифига это действовать почему-то. Но! Лучники еще. Да ёпрасоте. Да, бой, конечно, хороший, но заведомо уже проигрышный. Заведомо проигрышный. Так. Сколько там у нас? Ой, времени мало. Честно говоря, я на это не рассчитывал. Я не думал, что мы вот так вот с вами... Хреновенько сыграем, ладно. Фиг с ним. Это, скажем так, разогревочная была каточка. Фу. Ну я сам здесь лопухнулся. Надо было мне вызывать все-таки ведьму. Надо было немножко переждать, вызвать ведьму и все. Нет, я что-то начал паниковать и в результате слился. Давайте посмотрим, кто здесь у нас.
Фехтовальщик, самурай, лучник и терракоша. Поехали. Ну, с этими, я думаю, мы справимся. С этими мы справимся. Да, естественно, конечно, уровень здесь 73-й. Это много о чем говорит, потому что у него и здоровье больше, и силы больше, и все. Ну, попробуем. Ну, с удара. Ча! Нет. К сожалению, не с удара. С двух. Ну да ладно. Два удара. Эй, фехтовальщик. Спокух, спокух. Сейчас мы тебя быстренько. Он ватный, ребят. Он критует хорошо, но он ватный. Ну-ка. Да-да, именно так я и рассчитывал, что с удара он будет падать. Так, карточку отдай только. А вот это уже, да, ты ракоша-то тут. Но знаете, что я сейчас буду делать? Вот он хорошо, что использовал свой скилл. Потому что на этот момент я накоплю себе на ведьму. А дальше все, ему хана должна быть. Смотрите, я вызываю ведьмочку. Я делаю вот такой вот хитрый маневр. А дальше уже зомби все будут делать за меня. Надеюсь. Надеюсь, они все будут делать за меня. Так, лучница, вот лучница здесь не в тему. Совсем не в тему, ребята, блин. Давай. Вот еще бы отражение у нее срабатывало бы. Ох ты, да ладушки. Че, серьезно что ли? Уже дедушка вышел, но он трехзвездочный, по-моему, да? Поэтому, я думаю, особых проблем с ним не будет. Эй, отходи, бабуля. Черт подери. Заморозку дайте мне применить. Фу, есть шанс небольшой, но есть. Да, отлично, мы забомбили дедулю. Все, дальше, я думаю, все как по маслу у нас пойдет. Я вызываю прыгуна. Прыгунчик сейчас, если что, здесь раскумарит. Довольно неплохо. Лучницу снесет? Снес. Слушай, да как он так часто применяет свой скилл? Я не могу понять этого, ребят. У меня до сих пор в откате, а он один за другим вызывает его. Ну, в любом случае, базе хана. В любом случае. Все. Давайте посмотрим, куда меня переместят. На какое место, на какую позицию. Плане. Значит, на 14 месте я и остался? Вы что, серьезно что ли? Ох, нихерашечки. А как тогда быть-то? Что залагало-то? Хорошо, ребят, ну, мне не хотелось бы, конечно, всю ману тратить на арену, потому что я хотел сегодня все-таки поиграть в основную сюжеточку, но это жестко. Я попробую, конечно, попробую потом. Может быть, оставим с вами немножко энергии и еще одну карточку зашпилим. Так, а теперь смотрим, что у нас здесь. У нас поганый Ронин, который очень мощный, 70 уровня, но у него 5 звезд, фулочка, да? Тут еще босс Ветродуй. И нам надо как-то подготовиться. Вуджен, что не очень хорошо здесь для нас, так что мы, наверное, с вами, может быть, вот этой каткой. Мы с вами обычно так вот играли. Тут и скилл у нас хороший на базе, и джаггер, который может держать, как говорится, оборону. Ладно, попробуем. Что-то игра немножко, конечно, сегодня против меня, но я буду стараться. Главное, чтобы Сёгун не выбежал с криками «Ура!» и не начал тут бомбить, а он может выйти. Посмотрим сейчас, как у нас пойдет дело. Вот. Вот этого я и боялся, блин. Этого я, ребята, и боялся. Смотри, он бомбит просто по-жесткому. Ну, как вот с ним воевать, блин? Не знаю. Да ладно тебе! Это уж, по-моему, перебор, братюнь. Тебе не кажется, а? Ты зачастил что-то с вылетами-то. Так, тигр, блин. Тигра только не хватало мне. Ладно, я надеюсь... Ниндзя, хоть малька-то тут поможет. Блин, ниндзя нам нужна вот здесь как раз-то будет. Против всадничка на журавле. Ну, ёпрасете, ну это уже, блин, звездец. Вы видели, да, душа? Ну и Вуджен. Теперь я, ребят, и он уже вызвал. Ты посмотри, что он сделал. Он уже вызвал своего Ветродуя. Ну и как? Как вы мне прикажете тут играть? Ну давайте я попробую. Нет, ничего не получится, по-моему, ребят. Даже если я вызову дедулю. Боюсь, что ничего не получится. Ну, конечно же. Как же без Ронина, который в неистовстве выбегает и всех сносит на своем пути. Не, ребят, что-то не то. Что-то не заладилось у нас. Иди отсюда, дует он мне тут. Давай вот так вот попробуем. Есть, хотя бы босса снесли. Сдуваем этих говнюков всех. Я попробую накопить, ребят, на деда.
Есть небольшой шанс у нас, но времени очень мало. Но, дедуль, ну, все, дедушка вышел. Дедушка вышел. Да почему скилл-то не срабатывает никогда, блин, у моих бойцов, блин? О, и сейчас деда снесет, да? На нафиг. Давай этого Вуджена сносим. Так, тигра, тигра теперь. Блин, 24 секунды. Заморозка нам поможет, надеюсь. Все, нет, она не заморозила, ребят. Да Вуджен, ёпрасете. Все, дед слился у меня, к сожалению. Ну, пипец просто-напросто, я не знаю. 10 секунд, нет, никаких шансов нет у нас тут на победу, к сожалению. К сожалению, да, вот так вот. А я старался, ребят, вот честно вам скажу, я старался. Я пытался, но ничего у меня не вышло. Мы слились с вами по базе, потому что, как вы видите, не по базе даже, а по времени, потому что оно просто элементарно закончилось. Просто элементарно закончилось. И здесь виной всему, знаете кто? По большому счету, Вуджен. Они издалека стоят и просто звездерят, и все, и я не могу ничего сделать здесь. Ни один мой юнит не может просто подойти. Но зато они ватные, если вот сейчас вот ударим по ним. Да иди ты! Пошли вы все, а? Смотри, как Рунин расправился с дедом. За 3 сек просто-напросто. Ладно, я буду все равно держать оборону, ребят, до последнего. До последнего. Давай этого Вуджена сносим. Так, хорошо. Неужели мы начали уже, ребят, с вами бомбить базу? Это уже что-то с чем-то. Это для меня как бальзам на душу, как говорится. Хоть не зря, как говорится, дрались мы. Я надеюсь, что все-таки базу мы сможем разбомбить. Хоть какой-то получить с вами опыт. Да, отлично. Но переигрывать однозначно надо. И знаете, что я сейчас подумал? Вот в последние секунды игры. Что нам нужно... Так, тигр достался, хорошо. Что нам нужно взять с вами... Да иди ты, я не собираюсь никуда пока переходить. Взять летающего юнита. Именно... Против кого и для чего, вы спросите? Хотелось бы взять против всадника на журавле. Вот в этой катке у меня только ниндзя рулит. Но ниндзю быстро сдувает Вуджен. Поэтому я либо вот эту взять каточку, да, потому что здесь есть у меня Маквоин, который, в принципе, неплохо бомбит своими мечами небесными. И есть у меня прыгун, который может бомбить, в принципе, тех же самых Вудженов, которые стоят на задней позиции. Ну, Ронин хороший, если будет вниз для уничтожения практически с удара вражеского бойца. Ну, а ведьма, как для спама и своих зомбарей, здесь очень даже хорошо должна зайти. Единственное, что здесь вот этот мечник не нужен, но он бы нам пригодился, знаете, для чего? Если Ронин будет вниз, то мечник может просто-напросто принимать на себя этот крит-удар. И Ронин становится пустышкой без удара, без неистовства своего. Ладно, я на словах-то все хорошо получается. Давайте посмотрим, как на деле у нас будет. Так, Ронин вышел просто. Это уже плюс, ребята, это уже плюс. Потому что я сейчас вызываю мага-воина. Он его, в принципе, Ронина этого снесет с удара. Должен снести с удара. Да, так и есть. И Ронин, как всегда, у меня выходит просто. Без всякого там неистовства. А вот это уже плохо. Вот это было, ребятули, плохо. Да, здесь мы проиграли. Ну как проиграли, я имею в виду. А вот так мы сделаем. Да, отлично. О, хорошо, что оборотень неистовстве тоже очень хорошо. Я жду, короче, ребята, ведьму. Я сейчас, если успеваю на нее накопить, по идее, должен успеть. Лишь бы Ронин тут не выбежал, псих-то этот. А то он мне снесет ведьму, боюсь, сразу же. Прикрыть бы, вот, мы можем с вами так сделать. Попробовать. Есть, отлично. Давай, давай, Ронин, да ё-моё, он вышел просто. Вот, начинается, видите что. Хотя зомби здесь... Зомби держатся. Они не падают здесь с удара. А мы вот так еще сделаем сейчас. Так, 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 так. Ронин, выбеги, пожалуйста. Есть, вниз, все. Да ёпрасте, он даже не успел добежать. Хопс. Хопс. Ха, блин, всадник на журавле. Бесит. Бесит, ребят, всадник. О, Вудженов. Смотри, оборотень мой там бомбит. Слушай, ну я думаю, все равно хана этому будет босяре. Смотрите, мы его раскумарили, отлично. Смотри, у нас армия зомбарей просто. Там так, опс. И всю армию зомбарей снесло одним ударом духа льва. А, замечательно, блин. Так, все, ребят, должно хана ему наступить, потому что базу мы уже расклепываем. Да, 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 да. Все-таки ведьма имбан. Я неоднократно говорил, говорю и буду говорить,
что это, конечно, боссик обалденный, опупенный. Так что, если у кого-то есть задатки или он только маленький у вас этот боссик, то советую вам раскачать или как-то заполучить ее. Не пожалеете, это у вас будет офигенный скачок вверх сразу же. Ну что же, мы переходим с вами в бастион, в лагерь людей. И у нас здесь мечник и фехтовальщик. В принципе, для нас это семечки, согласитесь. Я даже возьму, пожалуй... Да я думаю, даже вот эти ребята у меня справятся. Ну вот, щитобоец, да, который вот у нас с щитом ходит, малый парень вот этот вот, он очень хорош. На вид он хлипкий, слабенький, да, но он, несмотря на свою такой маленький ростик и то, что он с щитом, он очень хорошо держит дамаг, ребята. Он выдерживает колоссальные нагрузки. Причем у него вот есть вот этот вот стан, который нам очень сильно помогает, выручает частенько. Так, здесь что-то нас с вами... Вот, хорошо, что у нас самурай впал в смертельное неистовство и начал... Так, давайте-ка вот так поможем. Что-то их тут уж как-то больно много накопилось, мне показалось. Так, естественно, ребята. А, станет. Это у нас мечник, естественно. Так, вот, баллиста выходит. И все, думаю, ребят, здесь у него уже шансов никаких нету. Он потерял свое преимущество. Мы сейчас просто-напросто его расстреляем. Да, баллиста сейчас будет свое дело делать. Она будет станить врагов. Ну и, соответственно, наносить урон. Так что все, здесь ему дорога заказана. Никакие фехтовальщики здесь уже не помогут ему. Так, давайте еще быстренько поможем. Вот так вот. Ну и все, тут уже мы подходим. Я ставлю на ускорение, чтобы, как говорится, время зря не томить, не тянуть. Так, давай, давай, давай. Эй, карточки, карточки только успевай ловить, да? И деньги тоже. И манну. Все, ребята, ну, первая катка, как вы понимаете, она самая легкая. Она, как говорится, дает нам этакий разогрев. И посмотреть, кто здесь будет дальше. Здесь, смотрите, копеечица. Фулл звезды у нее, да, 5 штук 70 уровня. Я думаю, что, в принципе, мы должны вот этим вот составом также разрулить. Единственное, мне не нравится, что копеечица, она пронзает своим компьем всех, всех юнитов, которые стоят. То есть она один раз делает взмах копьем, а мои там 5-6 юнитов, которые стоят в кучке, она их просто разбирает. Вот, в принципе, и все. Так, здесь нам нужно успеть, ребят, накопить на паладина. На паладина, говорю, нам нужно успеть. Есть, вызвали. Так, и, естественно, нужно самурая. И, естественно, самурая. Вся надежда на то, что самурай впадет в неистовство, и у нас все будет хорошо. Нет, самурай не впал, к сожалению. Вот, вот она, копеечка, нервирует она меня своим копишком. Но я успел вызвать баллисту, поэтому я думаю, что сейчас наши дела пойдут в гору. Да-да-да. Тут все дело в баллисте. Это наша имба, вот в этой каточке. Ну и, естественно, паладин, так как это наш основной танк в этой игре. Без него мы никто. И никто нас не спасет. Не будь здесь паладина, баллиста бы давным-давно уже валялся бы в кустах, как говорится, посасывая свои пальцы. Ладно, ребятуль, давайте я вот так вот сделаю. Опс, опс, все, чтобы не томиться. И, наверное, мы ускоряемся. Потому что, ну, сами видите, что здесь у него, ну, вообще шансов нет. Без вариантов, просто-напросто. Давай, давай, раскумариваем. Деньги только надо успевать ловить. Ну и карточки по возможности. Да, ребятули, второй уровень, второй этап этой игры у нас пройден замечательно. Давайте смотреть, кто здесь прибавляется. Ох, ё-моё. Я, кстати, давно не видел, а по-моему, даже вообще не видел мечника вот этого на фулл звездах. Но выглядит он эпично. И, кстати, я вам скажу, что здесь для меня, опять же, нет никаких вот проблем. Ну, ну лучник, да, 70 уровня. С четырьмя звездами, ну что он сделает? Ну, ничего. По крайней мере, я надеюсь, что ничего не сделает. Поехали, будем проверять. Пока мы играем все той же самой каточкой, нашей бригадушкой вот этой вот. Так что будем, как говорится, держать нос по ветру и не пасовать. Слушай, ну он эпично смотрится, а мне нравится. Блин, а вот фехтовальщик-то здесь, конечно, бы не нужен был. Сейчас посмотрим, насколько он мощный, этот чувак. Никакой он, ребятули, не мощный. Я, честно говоря, думал, что он будет, ну, хорошо так бомбить. Воу! А вот фехтовальщик, а вот фехтовальщик-то здесь дает джазу, ребята. Ну-ка. Нечего, как говорится, здесь прыгать, да? Фехтовальщик здесь крут. Я ничего не могу сказать против. Да, баллиста, когда ты там выйдешь, вот. Давай, расстреливай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Давай, стань, стань всех и там.
Так, самурай, да? Ой, самурай, самурай этот. Паладин. Давай, родной мой. Блин, Борис, а почему не станешь, а? Ты должна станеть у меня. О, хорошо, у нас ураганчик появился. Мы их всех тут, конечно же, сдуваем и расстреливаем. Вот так вот. Шикарно. Ой, база моя раздухарилась. Мы ускоряем. Вызываем вторую баллисту с вами. И все, ребятули. Пошло как по маслу. Я даже осмелюсь немножко ускорение поставить. Двойное пока поставим. Заморозка как раз для меня. Фехтовальщик тут уже, я думаю, ничего не сделает. Смотрите, карточка за карточкой у нас выпадает. Вообще шикарно. Сегодня я разжился, как говорится, на эти карточки. Да. Отличненько. Ну, у нас с вами предпоследний бой. И смотрим, кто у нас появляется здесь. Ох ты, ребята, воришка. Маленький разбойник воришка у нас тут выходит. Слушайте, ну тут уже навряд ли вот эта карточка у нас затащит. И поэтому нам придется с вами... А что нам взять-то тогда? Слушайте, можем вот эту вот взять за счет... Тут нету никаких, да, дальников? Нету, поэтому ниндзя здесь должна рулить. Джаггер должен прикрывать. Голем, в принципе, недорогой, но крепкий юнит. И молотильщик с офигенным дамагом. Попробуем. Если все прокатит, то победушка будет за нами. И если мы с вами не проморгаем нашего всем известного воришку. А он и появляется уже, как мы видим. Мне бы, конечно, хотелось бы Джаггернаута вызвать. Успею? Вряд ли, да? Ладно, попробуем голема, посмотрим, как он справится. Ну, в принципе, голем справляется. У него еще есть отхил. Но не забываем, что он может периодически также дальше вызывать этого воришку. Так что нужно глаз да глаз тут иметь. Вот и воришка. Мы делаем заморозку. И воришка, как говорится, попал. Ага, он попал-то попал, но он был в инвизе. То есть мы его также не видим. Смотрите, сколько у нас сегодня карточек фехтовальщика выпало. Да идите вы, козе, в трещину там. Достали уже просто бомбить. Так, вот здесь, в принципе, все хорошо, да? Вот кажется, вот мы базу бомбим. Но видите, что воришка-то делает? В инвизе проходит, но здесь мы его, конечно, поймали. Здесь он далеко не убежит. И базу мы... Эй, базу-то бомбим. Да давайте уже, вот. Победа, ребята, победа. И квест завершен, какой-то командир. Фух, ну что же, давайте дальше проходим. Смотрим, кто здесь у нас. Ну, естественно, король. Здесь воришка, фулл звезды 71 уровня. Фехтовальщик, фулл звезды 71 уровень. 4 звезды у лучницы и 4 звезды у черного мечника. Я думаю, что ничего я менять не буду. Я хочу попробовать вот этой каткой зарулить. Я даже думаю, что мы с вами можем попробовать даже одолеть короля. Хотя это будет очень сложно. Дедушка мой вряд ли его пробьет. Также, в принципе, только вся надежда на Джаггера. Он может хоть как-то его сдерживать. Хоть как-то, понимаете? Я бы даже сказал, абы как. Слушай, ты посмотри... Не понял. Здесь лучник. Ёлки-палки, а я и забыл. Ребята, я и забыл, что здесь лучник. Черт подери, плохо дело. Плохо-плохо для меня тут может все это завершиться. Ладно, он, ребят, меня провоцирует. Так, убиваем лучника. И я фаерболом. Вот так вот. Большую часть вражеских юнитов уничтожает. Так, а теперь моя цель накопить, ребят, на деда. Я боюсь, что он сейчас вызовет своего короля. И тот начнет тут разруливать ситуацию. Давай. Король, блин, дедуль. О, тихо, ты куда собрался-то? Воришка, я... Ну тут как-то вообще изи получилось. Честно вам скажу, ребят, вообще изи. Ну, сундук подданных, что мы тут с вами зарабатываем? Ну, лучница, хорошо, устраивает. Вот этот вот мелкий говнючок мне как бы не особо нужен. Не особо он меня интересует. И мы переходим с вами на локацию нежити. И у нас тут, кстати, две локации последние осталось. Вот нежить и завод. Хорошо, давайте приступим, пожалуй, вот... С нежитью драться. Блин, чумная мышь, летучая чумная мышь. Тут выходит 70 уровня. Что вы мне прикажете здесь сделать? Вот этим вот. Ну, в принципе, можно. Но вся надежда только на одну баллисту. Только баллиста сможет уничтожать чумную летучую мышь. Да, не сладко. Хотя паладин тоже может. Но он, блин, я не знаю. Сейчас посмотрим, как пойдет у нас тут дело. Кого нам в первую очередь вызвать? Паладина придется вызывать, ребят. Придется вызывать нам паладина. И вот что он делает, смотри, видишь? Так, теперь бы нам, конечно, бы не помешала бы баллиста. Успеем мы с вами
вызвать баллисту. Успел. Так, ну что, в принципе, почему только мы не станем баллисту-то, ой, голема. Надо застанить его. Так, три раза нам приходится выстреливать в чумную мышь, чтобы ее ликвидировать. То есть, ну, прилично нам приходится выстреливать. И мы подходим уже, как видите, к базе. Баллиста, давай стреляй. Так, ну что, она, в принципе, сейчас уничтожит. Да, нормуль. Так, манну мы заберем. И вызову я еще одну баллисту, чтобы мы побыстрее смогли разбирать нашего врага. Так, ну что, мышь летучая сейчас уже будет погибать. Потому что нам приходится всего лишь по пару выстрелов делать нашими братками, чтобы ее ликвидировать. Ну и, в принципе, все, ребят, можно ускоряться, потому что победа здесь уже, ну, явно за нами. Даже карточки и деньги получили. Так, это была разминочка. Двигаемся дальше. У нас где-то до третьего этапа разминка. Вот два последних, это, как говорится, испытание. Ох, елки ты палки. Здесь прибавляется призрак. Призрак здесь нам не нужен, я поэтому меняю каточку. И я, наверное, возьму... Мне придется взять вот этих ребят. Хотя зачем мне вот этих взять? Хотя... Ладно, оставляем вот этих вот. Значит, здесь весь акцент идет на призрака, который будет просто пробегать через все наши ряды юнитов и, соответственно, наносить им дамаг. Ну и голем, как-никак, фулл звезды, прокачка по полной. И плюс еще у него... Фу ты, ё-моё. И плюс у него еще... Базочка, я смотрю, по фулке прокачана, так что... Что, выходит голем? Ну, давай! Да, да, ё-моёшечки-то ты, что тебя-то разнесло-то на 35 кусков? Блин, раздражает меня, вот честно говоря, вот этот призрак просто раздражает. А этот отхиливается по 641 хп он себе восстанавливает. Ребята, это вам не хухры-мухры. Так, давай-ка вот так вот мы с тобой сделаем. Эй-эй-эй-эй-эй, есть! Погоди, какой есть? Ничего нету. Погоди, что произошло? А, летучая чумная мышь, она была в испуге, поэтому отвернулась. Давай, давай, вот этого голема, если мы с вами сейчас одолеем. А мы его одолеем, должны одолеть. Ну почему, блин, мой этот... Ронин, блин, не выбегает как нужно. Должным образом. Почему неистовство не срабатывает? Я не понимаю этого, ребят. Не срабатывает и все. Вот отражение сейчас сделалось. Это хорошо все. И базе хана, да? Да, ребят, отлично. Слушай, ну тут как-то просто нам фартануло. Честно вам скажу. Ох, елки-палки, 72 уровень у чумной мыши. Да, это уже проблема будет для нас. Это будет проблема. Слушайте, мы можем... Ах, тут еще служитель тьмы. Ёпрсоте. Слушай, давай попробуем вот этой каточкой зарулить. Я думаю, что ниндзя... Если, конечно, чумная будет отвлекаться, то ниндзя должна, в принципе, справляться с летучей мышью, с этой. Но не забываем, что он будет выпускать голема, и, естественно, служитель тьмы будет сзади хилкой своей бомбить. Ладно, давайте мы посмотрим, кто у нас сильнее, Джиггернаут или голем. Так сказать, сделаем небольшое сравнение. Ну, да. Они практически на равных идут. Я вызываю ниндзю. Я вызываю ниндзю. Так, заморозка. Вот, 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 вот. Так, это и специально... Оу, как же он жарит. Служитель тьмы-то не любит шутковать, я смотрю. Так, 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 так. Давай, нет, ты не голема бомби. Ты бомби чумную мышь, блин. Ой-ой-ой-ой, что же вы делаете-то? Вы же должны мне бомбить чумную мышь. Зачем вы этого голема-то... Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень, очень... Да чтоб тебя, сейчас он будет хиляться. Нет, не успел. Эй, не успел. Тогда все, тогда ему хана. Я просто думал, что служитель тьмы сзади там стоит и бомбит своего голема, отхиливает. И тут просто держит, как говорится, оборону. Но нет, я ошибся. И мы выиграли здесь катку эту, ребят. Поэтому переходим к предпоследней. И здесь у нас появляется ненавистная мне... Как ее звать-то? Некра. Да. Именно Некра. Именно она меня здесь будет очень сильно раздражать. И вот здесь уже, к сожалению, ниндзя не прокатит. Ниндзя не прокатит. И молотильщик тоже не прокатит. Здесь вот это хорошо. Но опять же, баллиста бедненькая будет у меня страдать от вот этого привидения. Поэтому я, наверное, возьму вот эту вот каточку. Хотя, блин. Хотя тоже очень-очень большой риск.
Потому что некро будет плодить своих скелетиков, их черепков. Если мы с вами успеем вызвать ведьму, тогда да, тогда победа будет за нами. Но если нет, то, боюсь, мы с вами сольемся. Только лишь из одной некро. Можно спросить, а как это может такое случиться? А вот так вот, ребят, сейчас я вам продемонстрирую. Если я, еще раз говорю, не успею вызвать ведьму. Если я ведьму вызываю, то все у нас будет хорошо. А я ее успеваю вызвать. Так что... Смотрите, что мы делаем. Да? Теперь поехали. Все. Мы взяли преимущество. Естественно, черепки эти нам ничего не сделают. Ну, призрак, да, тут будет нервы нам компенсировать. Но это терпимо, поверьте мне. Это терпимо. Так, я вызываю Ронина, который, опять же, без неистовства всякого выбегает. Зато бомбит уже базу вовсю, молодец. Так, я еще вот так вот сделаю. Да-да-да, еще и заморозка нам тут улыбнулась. Слушайте, ну это все, это хана называется врагу. А вот как мы с вами будем заключительный этап проходить, я пока ума не приложу. Так, ну-ну-ну-ну, базу-то добиваем, есть. Фух, мастерство не пропьешь, да? Слушай, ребята, вот здесь вот, наверное, нам будет... Ой-ой-ой-ой-ой. Некро, фул звезды. Служитель тьмы, фулочка. Энергии нету у меня. Вот эта катка здесь вообще просто замечательно зашла бы. Блин, ну неужели мне придется брать вот этих ребят, а? Ну и что, ну некро здесь, да. Она будет нам сейчас тут такого фокуса выдавать. Пу-пу-пу. А у меня выбора нету. У меня есть, хотя можно вот этой попробовать. Призрака же нет, нету, поехали. Но здесь король, ё-моё, король трехзвездочный, непрокачанный. Фуфлыжник, одним словом. Блин. Ладно, попытаемся. Главное накопить нам маны. Тут уже, знаете, ну, 500 на короля, я даже не знаю, стоит ли. Блин, блинский. Куда, блин? Прёте, сейчас распишут меня тут, ребят, распишут, скорее всего. Если баллисту не успею вызвать, я должен успеть, есть. Баллиста, давай, бомби эту мышь летучую. Е, молодец. Отлично у тебя все получилось. Так, пока не буду тратить суперудар. Будем дальше копить. Вызовем короля с вами, попробуем вызвать его. Может быть получится, или вызвать еще одну баллисту. Хотя, да, давайте лучше мы вызовем с вами баллисту. Ой-ой-ой-ой, кого я это вижу? Там я вижу, ребята, некро. Король, пошел. Пошел, король. Блин, служитель тьмы. Ну, он, наверное, надеюсь, не успеет отхилять. Так, он не успевает отхилять. Мы сделаем с вами ураганчик. Всех там сдули. Ну, король, ну бомбани ты, ё-моё! Блин, вообще без вариантов, по-моему. Просто без вариантов. Так, он в стане, да, был? Только что в стане, но пипец. Да ну, хорош. Ребят, пробиваем. Пытаемся пробить. Чёртов дед, а? Ты посмотри, как он жарит. Там еще некрость под тишка нам сопли свои выпускает. Не надо, нет. Блин, черт бы тебя побрал. Ну мы его хотя бы заколбасили. Хотя бы этого деда уничтожили, блин. Ну он, да, он уничтожил, блин, всю мою боевую мощь, всех моих баллист. Почикал и так далее. Ладно, у меня король откатился, есть вероятность, что я смогу еще разок его призвать и немножечко помочь своим ребятам вот таким вот образом. Ёлки-палки, что там происходит? Там служитель тьмы шалит вовсю. Вовсю шалит. Ты посмотри. Ёпарасоте, как вы быстро-то так? Эй! Здравствуйте, блин, приплыли. Так, ребят, я напряжен уже. Напряжен просто до предела. Нужна баллиста. Блин, нет у меня больше баллисты. Так, ураганчик. Я же вызвал. Вот, все, отлично, он сработал. Он сработал. Давай помогать. Будем помогать сейчас. Слушайте, мне, наверное, нужна еще одна баллиста, ребят. Скажите, нафига тебе столько? Ай! Все, по времени не успели. Да, время кончилось, мы с вами бонус не получили, к сожалению. Блин, что-то я проследил вот эту вот вещь. Да? Не доглядел, ребятушки. Ну ладно, давайте хотя бы разнесем базу. Это же все-таки опыт. А опыт, как говорится, он всегда нам нужен. Опыт, он бесценен. Тут уже можно ускоряться. Тут 100%, ребят, мы заколбасим.
Но, к сожалению, без бонусов. Да, расписали. Слушайте, ну, я могу сказать вам одно. Враг достойно держался. Контролировал практически каждый мой шаг. Не все так просто. Я думал, что будет проще. Но я переигрываю, и поэтому я возьму, наверное... Вот жалко, что... А, нет, есть энергия. Слушайте, вот давайте вот этой карточкой попробуем. Она должна зарулить, опять же, если мы успеем с вами вызвать ведьму. Потому что я держусь тут только за счет ведьмы. Но больше тут никто не может противостоять им. Особенно, когда пойдут некроманты эти. Там, сами понимаете, полная борода становится сразу же. Так, давай. Ой, слушай, а как это вот так... Как это вот так быстро успели все это расчерикать здесь? Так, ну давай попробуем. Ай-яй-яй! Так, бомби. О, отражение, ребят, хорошо, что отражение сработало. Это очень сейчас было хорошо. Слушай, а вот здесь нам придется, скорее всего, прыгуна вызывать. Или вот так вот делать. Давайте лучше вот так сделаем нафиг. Я не хочу, чтобы некро просто-напросто начинало вызывать своих этих дуриков. И ведьмулька у меня пошла. Пошла, ведьмишка. Пошла, моя дорогуля. Так, ну что, этому голему мы распишем, надеюсь. Так. Ну, самурай, как всегда, Ронин это сзади там идет в штаны наложивший, еле передвигается, блин. Опс, опс, опс. Ведьма, не подходи, не подставляйся, не суйся туда, блин, пожалуйста. Он тебя сейчас, если звезданет, блин. Ой, как будет тебе плохо. Ой, как будет тебе больно. Да где же, блин? Да хорош, блин. Ребят, вот, вот так вот расписали мне ведьму, вы представляете? Офигеть просто, блин. Просто офигеть, блин. Ведьма моя ничего не смогла, не успела даже сделать здесь, ребят. А все этот вот говнюк, блин. Давай, уничтожай его нафиг. А ну-ка. Ага, ага. Базу. Бум. По базе нанесли урон. Ну, нам-то пофиг, что нанесли урон, да ведь? Ну! Да что за хрень-то, блин? Твою маковку, слились, что ли? Да, слились. Пипец. Ой, дурик я, а. Зачем усы сбрил, не понимаю. Ладно, ребят, ну, пипец просто, слился. Чисто, я просто, я не ожидал, что ведьма так тупанет, что она пойдет, блин, практически в лоб с этим дедом, блин. Нахрена, блин, ты пошла, как говорится, в лобешник к нему. То она стоит, блин, контролирует ситуацию, да, отходит периодически, за что я, в принципе, ее всегда и хвалил. А тут она побежала, блин, расцвела черешня белая, блин. Ладно. Давайте, ребят, у нас еще, по-моему, есть у кого-то энергия. Мы, как говорится, последние будем из себя выжимать, но должны всю энергию потратить, блин. Тяжело, тяжело, да? Ну, дед на деда. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь получится, блин. Хреново, блин. Я, честно говоря, рассчитывал на, именно на ту катку с ведьмой, что у нас все вообще произойдет изи. Никаких проблем не будет. Но проблемы, как говорится, всегда есть, всегда будут. Всегда тебя будут преследовать до последнего. Так, что, ну здесь, естественно, тут стандарт. Тут нам без ниндзя делать нечего. Естественно, вызываем ниндзю. Джиггернаут, давай, родной мой. Так, вот я накопил определенное количество маны для вызова деда. Эй-э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 й! Фу! Нет, не успели. Пришлось мне потратить, ребят, фаербол. Я не хотел, честно говоря, тратить... Ой, блин! Так, дедуль, там некро вышло, блин. Ну, давай посмотрим. Так. Отлично. Давай, дедушка, бомби, бомби. Почем свет стоит? Да... Некро здесь просто бесполезно. Воу-воу-воу-воу-воу. Фаербол, где мой фаербол, блин? Полетело. Вот так вот. Гранат. Ах ты, хмырюга. Ты посмотри, что происходит, ребят. Не-не-не-не, не дохилил. Он не дохилил. Так, дедушку карточку обязательно забираем. Блин, не дохилил, а че я радуюсь-то? Еще бойня-то вся впереди. Так, джиггернаут. Нет, давайте дед... Мне какой, блин, джиггернаут нужен? Ой-ой-ой. Слушай, ниндзя, блин, упала ниндзя моя. Давай еще одну ниндзю вызовем. Хрен с ним. Так, фаербол полетел? Полетел.
Слушай, ну эти некро, это ж просто звездец какой-то. Так, давай не... Не понял, а как? А чё? Блин, да эти вот скелетики, они достали вот эти вот мелкие, блин, которые от некро вызывает. Ты посмотри, что происходит. Я не знаю, что тут делать. Как тут вообще можно выстоять-то? Я офигею, блин. Мы не справляемся. Я не справляюсь. Так, хорошо, вроде бы что-то получилось, что-то. Ну не то, что нужно, поверьте мне. Кто там, я не пойму, там служитель, что ли, там... Служитель тьмы, что ли? Во! Смотри, сколько их там прыгает, этих скелетиков. Ой, нанесли урон по базе, ребят. Соответственно, опять же слив. Не, ну это звездец какой-то. Я не знаю, как тут вообще можно, блин, воевать. Бум. Хорошо. Зачем я вот сейчас это сделал? Зачем? Зачем я выкинул фаербол? Для чего, блин? Кто мне скажет? Дуралей. Ладно, давай. Пиум. Он почему-то именно в ниндзю. Хотя Джаггернаут вышел вперед. И все равно сопля полетела именно в ниндзю. Офигею просто. Давайте еще одного Джаггера вызовем. Слушайте, ну, очень тяжело драться вот этой каткой. Мне так лично очень тяжело. Мне кажется, ведьмой было бы немножко попроще. Ну да, дед, конечно, там наяривает гитару семиструнную, но все равно и на него нашлась бы управа. Ну, а здесь мы слились, к сожалению, только лишь из-за того, что... Ну, по времени, грубо говоря. Ну что, ребятушки, дорогие мои друзья, давайте, наверное, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы, естественно, встретимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игрулечку. Так что всем пока и до скорых новых видосиков.